5, 6, 7, 8. Так, ну-ка. Да, я помню, помню, здесь он должен быть где-то. А, я же с ним, с таким тут вообще рядом стою. Где он? А, вот он. Ну, в общем, вот. А, как там? 5, 6, 7, 8. Три слепые крысы. Новая рация. Окей. Так вот оно что. Да, мужик, ты не паникуй. Да ё-моё, не ту кнопку нажимаю. Так. Да. Ну вот почему она себя вот так вот вела. Господи, а я... Я такой тупой. Я не догадался. Надо было выбрать другой ответ. Так, теперь вломиться в лук в аппети. Да, мне теперь нужно пилить вот сюда. А я вот здесь. Ну окей. Ой, я не то нажал. Ладно. Погнали. У меня есть топор, так что я могу не только выламываться, но и кромсать людей, если что. Если у них, конечно, огнестрельного оружия не будет. Я настроен очень серьезно. Нужно выяснить, что происходит. Так. Конечно, уже сейчас вечереет. И... Ой. О чем? Ну-ка. В чем дело? Девушки. Ладно. Вот, блин.
Что делать? На. Да. Ситуация накаляется. Это нехорошо. Так. И мне сейчас нужно вон в ту сторону. В ту же? Да, карта. В ту. Да. Вот на ходу смотреть на карту не очень удобно. Так, ладно. Пока я иду правильно. Ну-ка. Так. Карта, помогай. Я где? О! Я уже на полпути. Так, мне сейчас налево. Раз, два. Так. Перепрыгнуть. Господи, мне вот эти вот верхушки деревьев, которые торчат из камней, они меня наталкивают на мысли, что там кто-то стоит на камнях и следит. И поэтому я немножко шуферюсь. Так, ну-ка. Я правильно хоть иду-то? Да. Ладно, придется спуститься, наверное. Так, спускаемся. В небо посмотрим. Давай, давай. Не падай. Как в прошлый раз. Господи, это так давно было. Уже 70 какой-то день. А я помню, как я упал в первый же день. А может и не в первый, но в самом начале. Так, вроде иду правильно. Так, ну-ка. Так, нет, мне не сюда, мне сюда. Солнце светит. Да, задымление от пожара. Вот этот дым. Да уж. Пожары это не очень хорошо. Ну-ка. Да. Да. Иду правильно. Ну-ка, а что если... Побежим, да. Бегает он быстрее, чем ходит. Так, и че, мне сюда в кусты? Нет, мне не сюда, не в кусты. Карта, вручай. Вручай. Так. Мне вроде сюда надо. А, да, под... Да! Да-да, я это помню. Я это помню. Здесь мы первый раз нашли девушек. Тут и лифчики валялись, и труселя. Точнее,
труселя валялись, лифчики висели, и вот здесь вот они тусили, вели себя вызывающе. Ну-ка, и чё, и куда мне теперь? Да, мне сейчас как-то вот так. Так, секунду. Ага, вот. Ну-ка. И мне как-то сюда. Я, кажется, прошел это мимо. Так, вот, кажется, сюда. Ну-ка. Да. Так, я уже поблизости. По крайней мере, так было по карте. Так. Так, идем. Ну-ка. Да, скорее всего, мне туда надо. Ладно. И погнали спускаться. Так, вот сюда нам камешки знакомые. Ну-ка. Да, иду в правильном направлении. Слушайте, а я не такой уж и топографический дурачок. Эволюционирую. Так, вот он, забор. Так, а где дверь? Вот она. Ну что, Делайла, калитка, познакомься с топором. Выломать. Ну-ка. Ах, калитка. Сколько же я камней и палок на тебя потратил. Окей, к черту так к черту. Идем. В аппети. Открыть крышку. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Да. Окей. Пока да. Да, я не знаю, зачем я это ей сказал. Просто какая-то информация такая. Ладно. Ну-ка, читать. Персоналу станции Вапити. Если вы ищете доктора Симмонса, он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября. За оборудование, принадлежащее университету, отвечает доктор Джонсон.
За оборудование, принадлежащее правительству, отвечает Кэт Фердинанд. Помните, это охраняемая зона, и о любых проблемах, поломках или нарушениях необходимо докладывать незамедлительно. Ясно. Забираем себе. Идем дальше. Ух, вечереет. Точнее, солнце совсем уже садится. А, что-то мне это как-то не очень нравится. Пробел. Эц. Так, сзади никого нет. Сзади никого. Ладно. Идем. ФПС не отставай. Смотрим по сторонам. Вроде ничего такого нету. Ну-ка, что по карте? Что у меня по карте? Так. Ага. Опа. Ясно. Генератор, радиовышка. Ну-ка. Ух, солнце страшное такое. Так. Да. Так, давай, не отставай. О, еще одна радиовышка. Такое ощущение, что я слышал шаги. Не свои. Ладно, может быть, это мои. Ну-ка. Окей. Ой. Тут это... Ой-ой-ой. Разметка почвы. Ой, солнце садится, блин, темнеет. Еще одна радиовышка. Так.